Друзья, приветствуем вас на канале. Всем доброе утро. Доброе, потому что сегодня нас не разбудила сирена. И мы вышли, как обычно, на прогулку. Утро морозное, но нашему песику хорошо, потому что сегодня не нужно было даже ее, эту сирену проклятую, пережидать. Хочется верить, что день будет таким же солнечным и добрым, как сегодняшнее утро. Но тревога не покидает. Вот мне кажется, что я слышу звук вертолета. Но нет, это, кажется, были все-таки проезжающие машины. А пёсик кожаный носик делает свои дела. Всем желаю доброго, светлого дня и мира. Пусть он наконец наступит. Вот такое яркое солнце.